Не. О! Say naked! No! Say dog it, learn it, wicked. Dog it, learn it, wicked. У некоторых прилагательных ed читается как id, но если это глаголы, соблюдаем известные правила произношения. Есть мнение, что нужно пробежаться по списку. Aged – престарелый. For the aged. Но выдержанный – таки aged. With aged wine. Aged – состарил. Aged me. Состарился. Aged out of it. Определил возраст или в возрасте стольки-то лет. Fisher aged. Beloved – возлюбленный, любимый. Our beloved country. Beloved – возлюбил или возлюбленный кем-то. He was beloved by many. Blessed – благословенный, существительным. The blessed hope. Blessed – благословенный, без существительного. И благословил. He blessed America. Crooked – кривой, изогнутый, нечестный мошенник. Love is the crooked thing. Crooked – скривил, изогнул. Глагол встречается редко. And is crooked. Cursed – проклятый. The cursing child. Но чаще звучит cursed. Harry Potter and the cursed child. Cursed – проклянул, выругался. You cursed me. Dogged – упорный, упрямый, настойчивый. Dogged survival. Dogged – выслеживал, преследовал, не давал покоя. That question has dogged us. Learned – ученый, эрудированный. К сообществам книгам тоже относится. Learned – научился, если американец, и приобретенный, если навык или поведение. It's a learned behavior. Legged – одно, дву и так дальше ноги. Three-legged dog. Длинноноги с кривоногим идут с id тоже. Bow-legged. Long-legged. Legged – смотался вместе с id. And they legged it. Naked – голый, даже глагола нет. Imagine your audience naked. Ragged – неровный, рваный. Ragged edges of the cliffs. Ragged – троллил, прикалывал. Обычно ragged on. Ragged on so heavily for starting a YouTube show. Rugged – жесткий, грубый, брутальный. Глагола нет и проблем с произношением тоже. Rugged man. Sacred – безглагольно священный. Как секс в Германии, США и Франции. And it's sacred in Germany, and it's sacred in the United States, and it's sacred in France. Wretched – несчастный, жалкий, настолько, что даже глагола нет. The wretched. Wicked – злой и крутецкий. Глагола нет. Это были основные прилагательные и глаголы, о произношении которых необходимо знать. В рассыльной плюшке за номером, кажется, 105 я более детально разобрал этот вопрос. Носители сами часто путаются, потому что порой трудно понять, где прилагательное от глагольное, а где, собственно, сам глагол. Но нам лучше не ошибаться. Манышин Илья, stay tuned. Wiki, wiki, wiki.